Даня! Дань! Пошли видос записывать! Что-то наебало какое-то. Здесь не написано, что это не является платежным средством. Потому что это мои деньги. Настоящие. Нет. Ботины. Сука. Как давно ты видел отца? Блядь, начинай с первого вопроса. Как давно ты видел отца, блядь? Там другой первый вопрос. Как давно... Блядь, в этом что-то есть. Как? У меня брат пиздец, что ли? Братан, наверное, вот здесь посиди. Блять, у тебя тела нет. Как давно ты видел отца? Ну, бля. Спасибо. Как давно у тебя был секс? Ну, блять. Спасибо. Как давно отец видел тебя? Ну, бля. Спасибо. А как давно твоя мать назвала тебя узкоглазым? Объясняю ситуацию. Один раз, сидя в дискорде с телефона, я зашел на кухню и начал говорить с мамой. Она такая подходит ко мне: ой, а глазенки-то у тебя совсем уж узенькие. И там, типа, со мной в конфе сидел Пеня. После этого пошло вот все вот это вот. Я не с Казахстана, алло. Я немец. Спасибо. А ты пидор? Да. Ты пидор? Сложнее. Да. Пизда. Блять, охуенький, на следующий вопрос. А ты сможешь выговорить слово пидор? Пидор, пидор, пидор. Тьфу, блять, не получается. Охуй. А как давно ты слал кого-то? На! Хуй. А вот, кстати, насчет этого, недавно произошел небольшой казус, когда меня попросила женщина достаточно в грубой форме оставить рюкзак в ящике. Я же этого делать не хотел, потому что деньги у меня были в рюкзаке. И я ее тупо послал нахуй. Я не считаю это правильным поступком, но в тот момент я был на эмоциях и... Ну, блядь, бывает. Угу. Ну, это было сколько? Недели три назад. Да мне похуй. А, спасибо. А ты сделаешь трек «Ищи меня в Казахстане»? Изи. Изи. Казахский свэк. Казахский флейс. Блять. А ты пойдешь нахуй? Он опять раздельно пишет нахуй. Запомните, когда вы кого-то посылаете, нахуй пишется слитно. Но когда вы предлагаете кому-то сесть нахуй, на что? Нахуй. В таком случае пишется раздельно. Запоминайте, блять. А еще слово долбоеб пишется через букву О. Запомните, наконец-то, люди. Ты алкаш. Это где написано? А. Ты долбоёб. Нет, я в принципе против употребления алкоголя. Ебать, он у вас на южный. Но это мне не мешает его употреблять. А у тебя зубы с какого сыра? С плесенью или сыр косичка? Ассорти. Охуеть! Лучше, блядь, вопрос. Лучше пармезан, блядь. Потри его, нахуй. 67? Я, кстати, подходил к нему на улице и, типа, задавал вопрос, а чё ты имел в виду? Он мне так и не ответил. Да ты долбоёб! Тебя спросили, 67? Я загуглил в Камасутре, это, типа, поза, когда женщина сверху. 67! Да. Блядь, наконец-то, нахуй! На, блядь, получи! Лена Говорухина или... Чё за тупой вопрос, блядь, фейскач? Лена Говорухина или Марьяна Ро? Ну, смотря для чего. Ну, фейс, ну. Смотрел что-то из аниме, кроме Наруто? На самом деле, я смотрел достаточно много тайтлов. Как же все похуй. Начиная с Fairy Tail, заканчивая One Piece, Soul Eater и тому подобному. Но дело в том, вообще что... Вообще не похуй. Ну, ну. Ты охуел? Да мне не похуй, объясни дальше. Фу, блядь. Дело в том, что я очень мало тайтлов досматривал до конца. Я, в принципе, не анимешник. No. Ну, вроде как не пиздобол. Ну, так выходит.
Дефолтная рек или Кузьма Гриди? Скоро фит. Шарите? Я знаю, что ты кидала, но зачем так жестко? Серег, я кидал тебя только на матрас, и то ты был не брой. Сыпал. Кусается, сука. Что хую? Где деньги берешь, а? Да, блядь, сами как-то приходят. Он, наверное, про настоящий. Это она, это Алёна спрашивает. Он, наверное, про настоящий. Алёна, привет, у тебя хуй. Нихуя себе, надо познакомиться. Сколько раз в день ты ходил за дошиком в своей жизни? Тоже нихуя не понял. Бахуй вообще. Чё, блядь? Давай одновременно вон на ту камеру ответим в стиле Артёма Коммунарова. Да? Да. Ну, блядь, сколько раз в день ты ходил с дошиком свежим? Ты типа про максимум, наверное, спрашивает. Сколько максимально раз ты ходил? Три. Да. Зачем ты стал видеоблогером? Ну, не знаю. Мне просто понравилось. Я начал делать такой, типа, ля, прикольно. Продолжу. Все. До сих пор это хуйня не мой. Почему ты не ходишь к логопеду? Да бля, мне просто понравилось. Заходи, гори. Не болтай. Вот поэтому не хожу. Зачем ты живешь? Охуительный, кстати, вопрос. Не, там запятые. Зачем ты живешь? Как же мне похуй? Сколько тайтов ты смотрел за этот... Блядь, какие уебищные вопросы. Когда спрашивают про аниме. Сколько тайтлов ты смотрел за этот год? Ноль. В этом году я не смотрел аниме. А в каком смотрел? В прошлом. Какой? Или сколько? Давай сколько. Не ебу. Какой? Мелочи жизни посматривал. Баруто. Нихуево. Кого, блядь? Нет, кого? Баруто. Иди нахуй. Сука. Скотина, блядь. Тупая, сука. Баруто, иди нахуй сюда, блядь. Вот это, сука. Пиздец, блядь. Нахуй вообще его смотрю. Почему нет видосов со мной и будут ли... Пропуск нахуй. Пизды, Серега. Серега, ты был в моем видосе. И, кстати, почему еще нет будет видосов со мной? Серега, ну, еще будет в видосах, так что... Человек, блядь, раз в год сюда приезжает. Ты что, ебанутый? Каждый день тут. И ты специально не снимаешь? Следующий вопрос. Дискриминация Сергеев? Объективно сосешь? Объективы сосу. Блядь. Ну, сука. Ты что-то новое пробовал придумал? Да нет. Сколько ты шутишь про объективы? Год? Ты думаешь, это актуально? Блядь, ты думаешь, если через год пошутить, это смешнее станет? Сука, да? Нихуёво. Ждем актуальности, блядь. Как собираешься пиариться? Сосать члены знаменитых блогеров. Охуеть. Когда купишь или снимешь хату? Зачем? У меня есть своя квартира. Охуительный вопрос. Когда снимешь хату? Бля, когда это мне надоест. И продашь ее нахуй? Угу. Ты купишь деньги? Прыгни. Возможно, в Праге. Возможно, в СПБ. Сколько дошиков ты можешь сожрать за раз? Ну, один максимум. Я, в принципе, не так уж много ем. Глядя на кого, ты решил, что хочешь заниматься видеоблогингом? Так. Да, блядь. На самом деле, мало кто знает, но начинал я именно с видосов про игры. Когда-то я играл еще на PlayStation 3 в GTA 5 и записывал с экрана телевизора происходящее в игре, а потом это нарезал в Windows Movie Maker. И в тот момент я вдохновлялся летсплеями Олега Брейна. И всяких там гайверов,
лайкеров, которые делали монтажи по играм. Ну, в тот момент я их очень часто посматривал, и меня это очень сильно зацепило, из-за чего я, в принципе, и делал видео такого формата. Ну, а потом я уже как-то отошел от всего этого, стал разбавлять лайв-контентом и тому подобное. Да. Пизда. Я бы тоже лучше нахуй отошел отсюда, блядь. Пиздец. Всем привет, с вами я, Олежа, и дело в том, что видео получилось невероятно длинным, на целых 18 минут. И именно поэтому я принял решение разделить его на две части, чтобы его было удобнее смотреть. Обещаю, вторая часть не заставит себя долго ждать, а пока что подписывайтесь на мой канал и переходите по ссылкам в описании, там тоже очень много интересного. Всем пока, с вами был я, Олежа.